Вот, сейчас мы будем монтаж делать. Что нам нужно? Такой стопор. Потом я беру вот такую вот. Можно нормальный карабин брать, но где-то заказывал, уже не помню где, не могу найти вот такой вот интересный. Вот сюда можно просовывать леску. Вот, и он по леске потом двигается, и сюда мы надеваем поплавок, и можно менять поплавок, груз, что угодно. Другой поплавок поменьше. Ну и, конечно, вот карабина. Сюда потом пойдет крючок наш. И вот такой вот простой, такая простая снасть, простой узел. Ничего так лишнего нету. Завязываем. Отрезаем. Вот так вот получилось. Можно ставить глубину. Пробуем новый поплавок. 15,4. Вот, все. Сейчас прицепляем тройник, наживку и будем закидывать. Чтоб много времени не заняло. Вот, купленное. Отдельно покупал тройник. Вот последний остался. Вот такой вот. Красный, острый и стальной поводок. Можно делать и Хартмана, но сейчас времени не было, поэтому вот две штуки, один сейчас уберем сразу. Все, закрыли, убрали. Тут две петли, мы просто берем, вот так вот показываю, как легко это сделать, не надо ничего завязывать, без узла. Вот, другой конец, сейчас покажу, вот другой конец мы просовываем сюда, через эту петлю. Все, ведем до конца. Еще вот так вот проводим. Вот получился такой вот узел. Легко и просто. Не надо никакой узел делать без узла. Можно потом вытащить и все. Итак, вот мои дохлые рыбы. Вот сейчас моя. Да, на поплавок. Ванька пришел, смотрит, что я тут делаю.
такой вот силикон, шарики, если чтоб рыбка не сползла, делаешь на один тройник. На поплавок мы тут на середину посадим. Сюда силикон. Вот, все. Теперь не спадет наша рыбка мертвая.